Сегодня состоялось заседание комиссии по бюджету, экономической политике и законодательного собрания Красноярского края. Депутаты заслушали отчет Счетной палаты края, касающийся ситуации с обеспечением бесплатной медицинской помощью. Аудиторы констатировали, что в регионе дефицит врачей составляет 50%. Однако уровень удовлетворенности медицинской помощью в Красноярском крае выше, чем в других субъектах Сибирского федерального округа. Один из путей решения проблемы нехватки специалистов – повышение заработной платы и обучение врачей за рубежом. 5 лет назад было сложно себе представить, что у нас комплектование вот этим оборудованием будет такое мощное. Сейчас практически каждая больница имеет хорошее оборудование, оборудование зарубежное. Отправлять туда врачей учиться, за рубеж, либо приглашать сюда специалистов, тех, кто поставил это оборудование. То есть существуют разные механизмы, но то, что на это нужно выделять, собственно, бюджетные деньги –